А ты знаешь, что кошка – это единственное домашнее животное, которое не упоминается в канонической Библии? Однако христианская легенда гласит, что лишь кошка может провести человека в рай, поскольку только ей Бог позволил запомнить туда обратную дорогу. В христианстве кошки считаются чистыми животными. Она может жить в доме и даже в храме, кроме алтаря. У них даже есть собственный покровитель – православие святой Власий, а у католиков – святая Гертруда.